Из женского клуба в благотворительный. В 2017 году несколько инициативных женщин решили создать свой клуб для бизнес-леди. Сначала они помогали друг другу, а теперь решили заняться благотворительностью и помочь окружающим. Так они организовали благотворительный вечер-аукцион, с помощью которого каждый желающий может помочь больным детям. Все собранные деньги пойдут в фонд «Дети-ангелы», занимающийся сбором средств для детей с психоневрологическими заболеваниями. У нас в фонде достаточно большая очередь в данный момент на благотворительные сборы, потому что деток больных, к сожалению, очень много. И мы очень благодарны вот группе инициативных граждан с неравнодушными добрыми сердцами за такую помощь, потому что это полностью их инициатива, то есть они делают это самостоятельно во благо наших деток. Каждый желающий может помочь собрать такую нужную сумму, купить билет на благотворительный вечер. За 500 рублей можно пройти на территорию аукциона, поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с интересными людьми. Кроме того, за 1500 можно стать участником беспроигрышной лотереи, где самые ценные подарки – различные сертификаты, например, на посещение салона красоты или поездку в Москву. Программа вечера насыщенная. Здесь будет проходить концерт известных наших владимирских артистов с участием. Также будет выставка проходить детских рисунков, ярмарка, где можно будет приобрести рисунки, которые нарисованы детьми. Также какие-то изделия можно ручной работы приобрести. Вечер состоится по адресу Сака Иванцетти, 50А. Деньги за билет можно перечислить через организаторов в группах в социальных сетях. Полученные средства перейдут сразу в фонд. Всего планируется собрать 600 тысяч. Лада Кочетова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».